Михаилу Лысенко вынесен приговор. Напомню, экс-чиновника обвиняли в создании ОПГ, руководстве бандитской группы, хранении оружия и экономических преступлениях. Областной суд признал его виновным в получении взятки. При посредничестве в продаже торгового центра Лысенко получил 92 миллиона 400 тысяч рублей. Эта сумма будет конфискована в счет государства. По остальным эпизодам не нашлось доказательной базы. Приговором Михаилу Лысенко назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. В этот срок входит время, проведенное бывшим чиновником в СИЗО. Приговор вступил в силу 13 октября. Кроме того, Лысенко лишается права занимать государственные должности в течение 3 лет и обязан выплатить штраф в размере 3,7 миллионов рублей. Также судья принял решение сохранить арест имущества бывшего чиновника. Мы просили 8 лет лишения свободы, он получил 7,5 лет лишения свободы. То есть фактически суд согласился с домом обвинения в этой части. Мы, как сторона обвинения, конечно, изучим этот приговор, но полагаем, что в отношении эпизода по вымогательству взятки Лысенко он получил достаточно законное наказание.